И снова здравствуйте, Руслан. Привет, привет. Как ощущения? Боевые. Устал сегодня, честно. Вечно в борьбе. Напряженный, причем борьбе. Напряженный. Ну, здорово. Два кубка, как бы. Два подиума на первом этапе. Здорово. Не обидно, что два третьих места? Или все-таки вот можно было бы и лучше? Ну, не однокомандник, что Татарстан, но Нуриеву можно. Ему можно. Землякам можно. Да, да. Татарская тактика, понятно. Да. Ну спасибо. Что, это был Руслан Нафиков.